Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Мишка Капанда, добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня поиграем в Roblox симулятор викинга. Какой-то новый прикольный симулятор. Смотрите, у меня есть меч, у меня есть щит. Обалдешки, правда что-то у меня куда-то в горло, по-моему, врезается. Этот щит хочет меня убить. Так, давайте глянем, что у нас тут есть. Смотрите, у нас есть различные лодки здесь. Так, вижу, есть магазин, что-то здесь можно будет тапать. Так, а у меня 0 из 50. Куда показано? Бить вот эти штуки, что ли, надо? Бочки? Так, симулятор разбивания бочек, что ли, у нас будет? Да, смотрите, 20 из 50 у нас забивается наш рюкзак. Обалдеть. Хе-хе. Круто. Так, и это все дело мы можем сюда сдать. Теперь, да, у нас появились монеты. Красотули, красотули. И монеты еще также здесь можно, да, собирать. Блин, смотрите, как прикольненько все мило выглядит, да? Ребята, напишите в комментариях, кто уже играет в этот place, в этот режим. Ссылку на него, как всегда, оставлю в описании. Будет интересно посмотреть, кто чего уже здесь добился, какой у вас ранг, уровень и так далее. Напишите в комментике, я обязательно почитаю. А также, ребята, как всегда по традиции, собираем 1000 лайков, я снимаю тогда продолжение. Поэтому, дружище, хочешь вторую серию? Жмякай Лукаса. Так, смотрите, у нас есть пэты. Пэты — это вообще хорошо, ништяк. Так, 1000. 1000 стоит открыть питомца. Ладно, давайте что-нибудь здесь осмотримся. О, у нас есть твиттер. А если твиттер есть, это значит есть кодики, да? А если есть кодики, это что? Значит, правильно, нужно их найти. Сейчас я пойду что-нибудь пошукаю. Так, есть у нас код, друзья, викингс. Кто бы мог подумать, да? Просто викинги. Вводим его. И что мы получаем? Какой-то сундук. Обалдешечки, ребята. Код викинги. И нам дали серого волка. Обалдеть. Нифига себе, какой-то Гендальф, да, у нас. Так, давайте попробуем. Введем вот такой вот длинный код. Undone Builders Awesome. Какие-то там невероятные строители, что ли, да? Вот вы видите на экране свой этот кодик, ребята. Попробуем. Оба-на, нам монет отвалили, нам отвалили монет. Еще, ребята, я вот такой вот код вел, но написано, что он еще покамест недействителен. Да, он покамест недействителен, написано, что not working yet, but wait, типа не работает сейчас, но подождите пару дней. Ладно, не будем бежать вперед паровоза, да. Так, петы, есть, смотрите, уже год. Ой, капец, что-то 1,6 голдишка, что ли, всего больше добавлять. Так, а сколько я их всего могу поставить? 2. Есть геймпасы, да? Еще плюс 2 можно поставить за 500 робокс. Но мы пока мисс донатить не будем. Так, еще можно увеличить здесь вместимость. Отлично, ребята. Так, давайте посмотрим. О, челик какой-то стоит. О, нифига себе, я челика могу рубить, что ли? Офигеть, челик, иди сюда. Так, на следующий уровень, на следующий дома. Короче, они пишут нам то, что нужно что-нибудь у нас, друзья, будет... купить. Сейчас давайте мы вот этот еще сейчас сундук соберем. Все это дело продадим. И у нас там... где мои монеты? У меня же монеты за код были. Куда все делось? Капец, а почему 130? Обалдешечки. Ладно. А кнопки купить все нету. За 130 как раз мы покупаем, да? И остается у нас 180. Это, наверное, потому что обучение. Так, а теперь мы дамажить должны больше. Мы теперь, по ходу дела, дамажим больше, либо нам будет больше закапливаться в наш сундук. Так, волк, давай, дамаж тоже. Викинги. Смотрите, тут тоже у челика уже всякие какие-то есть различные питомцы. Так, короче, у нас какой-то здесь симулятор набега и грабежей. Мы грабим караваны, точнее фермы эти, да? А волк просто так стоит у нас, серый волк. У него даже уровень есть, да, ребята? У него даже есть уровень. Капец, что так мало дается-то, а? Что-то как-то мало. Так, а это что такое? Travel to New Island. О! А путешествовать на новые острова можно, офигеть! За 15 тысяч. То есть смотрите, как здесь выглядит перемещение между локациями в виде лодки такой. За 15 тысяч. У меня денег пока мест нет. Денег нет, но вы держитесь, да? Так, давайте немножко подфармим. А там еще и челики есть. Можно челиков, да, еще получается дамажить. Так. Капец, тут все так быстро разбирают. Давайте дамажим челиков. Капец, он хотел в дом смыться. Нет, не смылся. Так, давайте с этой стороны оббежим. Что у нас еще есть там? Да, или чест.
О, какой-то есть у нас сундук, ребята. У нас есть там сундук, только почему-то он как будто взят уже. А мы его хотя не брали. Блин, у меня рыцарь тут, у меня еще дамажат. Офигеть! Они еще сдачи дают. Вы что, купили что ли мобы? Обалдешечки, ребята. Так, короче, надо подфармить. Надо это все дело подфармить. Давайте посмотрим, что мы с вами еще сможем взять. Меч-то у меня так себе. А, смотрите, у нас есть щиты. А, щиты здоровья дополняют у нас. Прикольно. Бэкпаки на вместимость, да. И ранки. Ранки, соответственно, 500 миллионов первый ранг стоит. И фига их тут сколько много. Офигетушки, ребята. И 1.5% дает, да, нам. Точнее, в 1.5 раза. 50%, да, это... Так, ну что, давайте возьмем, наверное, бэкпак. А, и не хватает нам немножечко еще на новый щит. Сейчас мы тут быстренько нафармим немного, ребята. Вначале, как всегда, все сложно. Вначале сложно, долго и нудно. Но после того, как мы начнем развиваться, там все будет у нас побыстрее, конечно же. Так, сейчас мы сейчас, наверное, бэкпак весь полностью... Это что, у меня было на 50, а стал на 60? Я думал, 60 плюс к этому добавят. И будет у нас 110, а он всего 10 добавил. Обалдешечки, что-то это все у нас медленно. Так, тут что-то уже всех задамажили. Мы, короче, должны коробки разбивать и всяких челиков дамажить. Получается, что-то типа того, да, у нас. Так, 240, и теперь мы можем купить наш второй щит. Капец, какие мы нобы в самом начале, ребята. Он только цветом отличается, да, чуть-чуть. Но здоровье стало побольше. Теперь мне надо накопить 180 на новый меч. Офигеть. Как все это тут делает, ребята, медленно. Так, а мне надо еще и на пета нафармить. Короче, тут фармить, фармить и фармить. Так, я хотел бы там того челика задамажить. Сдачу ему дать. Который меня задамажил. Какой-то рыцарь там был. Сейчас пойдем рыцарю попробуем навалякать, а, ребята. Так, вот этого по пути навалякаем. Давай, домашка его. Так, так, где рыцарь? Блин, а как туда пройти-то, а? Ну-ка, дадут мне пройти? Я нормально. Я здесь потихонечку пробегаю, никого не трогаю! Нет, они меня дамажат, обалдеть. А почему дали ревард у меня? О, нифига себе, у нас тут на прыжок такой есть, на пробел, да? Смотрите. А здесь какие-то боссы будут, наверное. Обалдеть. Во-во-во-во-во-во-во, они тут дамажат. О, вот эти штуки, смотрите, можно разбивать. Они дадут мне разбить? Красота! Он не может меня задамажить, я залез наверх. Смотрите, ребята. И там есть король у нас. Смотрите, можно короля будет тоже задамажить. Капец, они там все внизу трутся. Да, но толку-то у меня 15 не хватает. Я сейчас разломать-то эту статую разломаю. Мне сразу же... Хоп. Дец. Вообще мало. Так, мне нужно взять, ребята, меч, наверное. Давайте меч покупаем. Следующий уже 240. Зато теперь быстрее будем всех валить. Так, а мне бы, наверное, на петика еще нафармить. Капец, долго, конечно, будет. Давайте я немножечко сейчас ускорю. Ох, так, ребята, немножечко я нафармил, практически 2000. А я купил, короче, еще меч один, еще бэкпак. Бэкпак у меня уже на 160. А давайте возьмем, наверное, второго пета. Смотрите, ребята, так. О, у меня 20%. А, ну они тут все 20%. Уникальный 10%. Ну ладно, посмотрим, повезет мне, не повезет. А, покупаем одного. И питомчика сейчас второго мы с вами поставим потихоньку. Да, вот такая петрушка получается. Awakening, да? А, 15%. Ну, думаю, неплохо. По крайней мере, не самый плохой. Так, заходим петов. А, ого, на 11% сразу больше будет у нас. Смотрите, неплохо, 11%, да? А, копится потихонечку экспа петов. Смотрите, уже второй уровень у меня у волка, да? Так, у меня там остается еще 1000. Так, давайте, не знаю, давайте, может быть, щит теперь какой-нибудь купим. Сейчас глянем. Давайте я сейчас рюкзачок забью, и мы с вами посмотрим, что мы сможем купить, и потом пойдем в тот замок. Ну, капец, там так эти рыцари нарезают. Нужны там хорошие щиты, ребята. Чтобы там фармить, нужны вообще хорошие, мощные щиты. В принципе, я и вот здесь неплохо пока не справляюсь. Так, давайте забегаем в магазин. Посмотрим, что мы можем взять. Так, бэкпак, смотрите, у меня был на 160, на 220, сразу 400 стоит. Нет, давайте мы возьмем парочку щитов, наверное, все по поти будем апать, друзья. Так, за 240, на 150, на 180, за 330. Так, все, либо могу я сейчас щит взять.
Смотрите, да, за 400. Либо меч. Мне кажется, давайте мы лучше за 400 возьмем меч черный какой-то. И следующий, ого, уже секира будет. Экс. 49-59. И стоит будет он 600. Вот такой вот у меня черный меч. И вот такой вот у меня щит. Так, смотрите, мы сейчас быстро будем. Мне тут все разбивать. Да, смотрите, быстро вот эти штуки мы дамажим. Ящики. Тут еще челик у нас стоит сейчас. И челика задамажим. Челик практически сразу же падает. Офигеть. Так, ну у меня очень быстро, ребята, забивается рюкзак. Мне сейчас нужно, наверное, на рюкзачок уже нафармить будет. Потому что бегать туда-сюда будет очень долго. Давайте я сейчас, наверное, еще разок все это дело сдам. Вот у нас есть большая пачечка. Большую пачечку сейчас разберем. Вот там есть... вон он, рыцарь стоит. Ну-ка, сейчас сможет он меня, нет, задамажить? Ну-ка, рыцарь, иди сюда. Так, я пока мисс этих челиков здесь маленько подамажу. Вот он, рыцарь. Как он мне дамажит? Блин, ну довольно-таки много он мне все равно дамажит еще. Все равно довольно-таки много дамажит. Больно бьют. Бьют вообще больно. Так, бэкпак давайте за 400 покупаем, да? О, так а мы еще что-то сможем взять, нет? Мы еще и сможем, конечно же... О, ништяк! Я золотой щит взял. Красота. О, что за такое? Дуэли какие-то есть. А, ПВП-ха дуэли, давайте попробуем, правда, мне там, наверное, задамажат, да, сразу же? Я только сел играть, так, дуэлиться можно. О, челики там, тихо, товарищ. Смотрите, погнали. А что там локет, почему закрыто? Еще не время, что ли? Капец, вообще дамажит сильно. Так. Вот этот ПВП-ха. Так, а с кем они там еще тоже ПВП-шат? Вон тоже челик какой-то бегает. Иди сюда, красавчик. Нифига, он здоровый, он с топором уже. Он уже с топором. У меня топорика-то нету. Все, они его убили, да? А тут киллы есть, нет? Либо просто кто последний останется в живых. Так, дайте мне кого-нибудь убить. Хорош скакать уже, ребята. Кого-то задам. Иди сюда, красавчик. Иди сюда. Так, еще один красавчик. Да капец. Они все прыгают. По ним фиг попадешь. Так, а у нас времени нету, да? Ну что, мы бесконечно так скакать можем? Долго будет? Нет? Давайте хоть меня тогда уже убивайте. А то будет слишком долго это все дело. Я практически кого-то задамажил. Иди, челик, сюда. Капец, его фиг догонишь. Скочит, как горный козел. ХП у него мало уже осталось. Так, по мне опять каточка прошла. Плюшечка прилетела, мам, не горюй. Давай, хорош ты прыгать уже. Скачет, как этот. Жалко, что эти прыжки здесь вели. Почему времени нету? В Ниндзя Легенд, когда вот так вот прыгаешь, куча. Так у тебя там есть, по крайней мере, ограничение по времени. Потом просто вылетаешь и все. Так, ну и что, долго мы будем тут так прыгать еще? Туда-сюда. Хотя бы этого челика задамажить. Иди сюда, красавчик! Или меня уже добейте. Попал еще? Нет по нем? Не могу понять. У меня половина хп еще свободно. Я его задамажил. И еще одного задамажил. Фу, капец, долго было. Очень долго. Так, и что мне там маленечко дали? 136. Сколько у меня было, я даже не помню уже. Так, погнали, ребята, в замок. Само то теперь викингу сходить в замок. Так, тут челика кто-то не добил. Бенчик по бороде ему. Так, вот здесь, смотрите, ребята уже сильные. Ребята сильные. Так, а что-то они все какие-то недобитые. Они сильные, но недобитые. Ништяк, мы сейчас их тут всех раскочевряжем. Блин, нифига себе не дамажут. У меня хп мало уже осталось. Вообще тут все равно прилетает. По шапке прилетает, мам, не горюй здесь. Ну ничего, у меня теперь есть петы. Два пета, где он этот пузырек? Пузырек он бегает. Такс. Давайте. О, у меня уже забился. У меня опять. Блин, далеко бегать. Так далеко бегать. А сколько у нас следующий меч стоит? Либо щит. Следующий щит 600. Могу, в принципе, купить. Давайте мы лучше возьмем бэкпак, ребята. Далеко бегать получается. Очень далеко бегать. Так, а давайте попробуем опять туда наверх залезем. Посмотрим, сколько нам дастся, когда мы там наверху. О, что у нас закрыто теперь? А, нифига себе. Так, добегаем вот сюда и запрыгиваем на статую. И опять ее дамажим, ребята. Дамажим. А у нас внизу, получается, наши там охранники. Сейчас 200, да, сюда. Только бы как-нибудь нам потом на следующую перепрыгнуть быстренько. Опа! Тихо. Их там очень много. Внизу 200 сразу же. Сейчас смотрите.
Так, чуть-чуть пониже. Во! Ништяк, пошел дамаг. Эй, оставьте мне маленечко статуи. Я ее первый нашел. Так, вот тут еще сундуки есть. Смотрите, еще сундуки можно будет потом поразбивать. Офигеть. Короче, ребята, предстоит фармить и еще раз фармить. Так, я могу сейчас что-нибудь продать, что-нибудь купить. У меня 900 есть, да, неплохо. Мы можем взять новый меч, точнее топор у нас уже, смотрите, хоп, а потом следующий будет зелененький, 59, 71, уже 800 стоит. Во, я викинг с топором, ха-ха, красавчик, и опять мне в шею впивается этот щит. Но это из-за того, что такой скин, да? Офигеть, смотрите, как клево бегаем. Фу, ребят, на этом видосик я буду заканчивать. Сейчас предстоит мне здесь, конечно, много фармить. Начну фармить. Возможно, поиграем также на стриме и еще так далее. Пишите в комментариях, кто здесь уже где, докуда прокачался, какие у вас топоры, какие стадии и так далее. Будет интересно прочитать. Я только сел, поиграл буквально 10-15 минут. Все, ребят, на этом видосик я завершаю. От всей души спасибо вам за просмотр. Желаю вам отличного дня и, конечно же, прекрасного настроения. Ну, с вами был Бамбуковый Викинг Капанда. Увидимся на просторах Робокс. Всем пока-пока.